Ну ты что, играть не умеешь? Ху-ху! Опа! Анюша, my pleasure, Анюша. Ты только послушай! В мировом океане содержится 2,5 триллиона триллионов или 2,5 септиллиона капель! Подумать только! Септиллион триллионов! Или... сколько там? Ёжик, ну сколько ты там еще копаться будешь? Да-да. Бараш, ты не помнишь? 2,5 триллиона триллионов или 2,5 септиллиона. Спасибо, ёжик. А откуда ты знаешь? Просто услышал и повторил. У меня память такая... странное, что раз услышу, потом не забуду. Правда? Но это же очень удобно. Я вот даже свое расписание не могу запомнить. Все время прошу Бараша. Ой, Бараш! Я же просила тебя напомнить про мои процедуры. Ёжик, ты правда все запоминаешь? Ну да, сам не знаю, как это получается. Кварпанадакумадамапаратиропок. Кварпанадакумадамапаратиропок. Правильно? Не помню. Ёжик, ты мне нужен. Эй, алло, а мне не нужен, что ли? Боюсь, у нас проблемы, коллега. Однозначно. Ёжик, я забыла, сколько оборотов в педали в минуту оптимально? 80. Хопа! А ёжик, напомни, сколько калорий в бананах? Около 96. Я ему все скажу. Не забудь, завтра в 3. Не забуду. Ёжик, да ты уже просто ходячим ежедневником сделался. Ничего, мне не трудно. Посмотрите на него, а? Ему не трудно. Ну тебе тись, Бараш. Просто вы мне завидуете, потому что у меня хорошая память и потому что Нюша со мной дружит. Да угомонись ты. Ёжик, да мы же не о тебе беспокоимся, а о Нюше. Ты ей вредишь. Объясни. Она же с тобой совсем разучится что-нибудь помнить своими мозгами. А тупеет на всем готовеньком-то. Чем же мне ей помочь? Ты прикинься, что все забыл. Пускай она сама все вспоминает. Ёжик, я что-то забыла. А до какой консистенции нужно месить тесто? Ёжик! Ой, нет, не помню. Извини, Нюша, я же... Ёжик! Да что с тобой сегодня? Элементарные вещи забываешь! Не обращай внимания, Нюша! С ёжиком такое бывает! Хоп! Помнит, помнит, а потом вдруг как забудет! И все! Ничего не помнит да больше! Да что ты говоришь?
Это же очень опасно! Я же так могу всю свою информацию потерять! Я бы на твоем месте не пользовался таким ненадежным носителем, как ежик! Тьфу! Ждешь? Ты ей без твоей чудо-памяти не нужен! Да нет, не может быть, мы же друзья! Вот увидишь! Нюша, помнишь, мы собирались... Представляешь, ежик, совсем забыла. Давай в другой раз, а? О, свинка, забывчивость, вот твое второе имя. Ничего, зато теперь Нюша начнет тренировать собственную память и научится все помнить без меня. Сама. Параш, ты что, нефть нашел? Зачем тебе столько? Это чернила. Нюша хочет, чтобы я все важное записывал на бумаге. Не забыть, чтобы. Ничего себе! Это же экспу... Это же экспу... Экспу... Ну, это! Когда кого-то используют! Ёжик, ну как это называется? А вон то облако похоже на конфету. Точно. Представляешь, какой у неё фантик? Ага, всем раритетам раритет. Раритетище! Знаешь, я давно хотел тебе сказать. Мне повезло, что у меня есть такой замечательный друг, как ты. Ага, слушай, а вот то облако похоже на какую-то бесформенную штуку. Ага. А еще я очень ценю нашу дружбу. Просто захотелось поделиться. Без всякого повода. Разве можно вот так запросто? А разве нельзя? Конечно, нет. Настоящие друзья не разбрасываются такими словами. Только в крайнем случае, в каких-то невероятно драматических обстоятельствах. Землетрясение, торнадо, кораблекрушение на худой конец. И вот тогда, на грани жизни и смерти, можно сказать друг другу что-то типа: «Ёжик! Ты прям дружище мне!» Можно даже скупую мужскую слезу пустить. Для полноты момента. Жаль только, что подобные события происходят довольно редко. Вот именно. А если бы такие события происходили чаще, ёжик, наверное, научился бы ценить слова. Крош, можно всю жизнь прождать подходящий момент и в итоге так и не сказать друг другу что-то важное. Ух ты! А это что за красота? Это мавританский вулкан-убийца. Раньше извергался каждую пятилетку, но со временем что-то выдохся. И вот уже лет 20 как спит. Ха! Он же может рвануть в любую минуту! Ну, чисто теоретически. Вот оно! То, что нужно! Спасибо, Карыч! А Мавритания, это очень далеко? Хотя не важно! Крош, а что мы все-таки делаем в Мавритании? То, чтобы я был против, но твое молчание немного смущает. Просто скажи, это какой-то сюрприз? Или хотя бы кивни.
это будет просто сюрприз или какой-нибудь розыгрыш? Надеюсь, все же не розыгрыш. Да, хорошо, что это поломанный вулкан. Ничего, сейчас починим. Красивый сюрприз. Странный, правда, но красивый. Ничего, скоро снимешь гипс, будешь прыгать, как раньше. Даже лучше. А пока можно просто посидеть на солнышке. Да, я знаю. И всегда знал. Но спасибо, что сказал. Мне было приятно это услышать. Такое дело, ты ж не очень занят. Буквально пару минут. 5 максимум. Полчасика уложимся. В общем, свойство твое нужно. То самое. Природное. Погодите, какое еще свойство? А, абсолютный слух. Нет, имеется в виду ваша способность к левитации. Нужно, чтобы ты слегка того, полетал. Мне же брюкву поливать, а вдруг завтра дождь? И как следствие переувлажнение огорода. А коли не полью, и дождя не случится. Брюква нам спасибо не скажет. Во-во, и тут я вспоминаю, есть же примета. Между прочим, это я вам напомнил. Ежели ты сейчас низко полетишь к дождю, а если прям в небо, то выходит наоборот. Понимаете, это напрямую связано с атмосферным давлением. При низком давлении птицы, как правило... Спасибо, я в курсе. Вы только ни о чем не думайте, друг вы наш мир. Метеочувствительный. Ага, для чистоты эксперимента. Да что вы мне голову морочите, друзья? Ведь все более чем очевидно. Посмотрите на дым. Видите, поднимается вертикально. Придется тебе, сосед, организовать полив своими силами. Точно, укуси меня, пчела. Эх, я молодец. А вы вообще хоть раз видели, как Каркарыч, так сказать, парит? Да так сразу и не вспомню. Не кажется ли вам, что наш пернатый друг из этих... Из нелетающих? Что? Да не, Карыч не такой. Да он же сам рассказывал, помнишь? Именно, рассказывал. Погодь, неужто наш Карыч... Того. Не будем спешить с выводами. Истину можно установить простыми и ненавязчивыми тестами.
Мне на турник уже никак. И по ночам часто снится гамак. И прошлогодней листвою, разноцветной золою завален мой старый чердак. Да на турник уже никак. В шкафу пылится лиловый пиджак. Но и хандра, и брюзжание, и на койке лежание — все это, ребята, пустяк. Ведь у меня есть друзья. Состариться с ними нельзя. Ведь у меня есть друзья. Состариться с ними нельзя. Неудовлетворительная. Объект не найден. Не могу я так больше. Да что ж мы, как неродные, честное слово, шпионим, вынюхиваем. Это ж наш Карыч. Какая нам разница, моет он летать или не моет? Значит, истина вас не интересует? Да ну я эту истину. Я ж не буду к Карычу иначе относиться, ежели он ни разу не летун. Дело не в отношении. Если природа дала вам крылья, то довольно странно не использовать этот дар. А тебе вон природа рога подарила. И чего? Чего ж ты не бодаище? Это мое украшение. Про медведей тоже говорят, что они лапу во сне сосать должны. А вы, простите? А я никому ничего не должен. И Карыч тоже летать не обязан. Браво! Теперь я понимаю, чем вызван повышенный интерес к моей персоне в последнее время. А просто спросить, что нельзя? Услышу-то я нормально. Могёт! Может быть, что-нибудь еще принести? Друг вы наш нелетающий. Буду признателен, если вы просто освободите мое личное пространство. Ну ты того, выздоравливай давай. Вы были правы, излишнее любопытство до добра не доводит. Ага, такое себе природное свойство. Что вы там уставились в небо? Вы могли бы хоть на кровать подняться. Да, низковато я полетел. Видать, к дождю. Ай, синоптики. А примета-то работает. Вот обязательно сегодня надо было это делать, да? Собирались же в морское путешествие. Я только порядок наведу и сразу в путешествие. Ладно. Ладно. Уговорил. Крош, что ты делаешь? Помогаю тебе убираться. Только не это.
сильно продвинулись. Так мы сегодня вообще никуда не успеем. Крош, а может отложим пока путешествие? Да и погода как-то не очень. А ты случайно не боишься? Чего? Море, путешествия, опасностей. Ничего я не боюсь. Просто дома я люблю порядок. Быстрее надо шевелиться, ежик. Тебе лучше было родиться улиткой, а не ежиком. Носил бы свой домик все время с собой и чуть что прятался. Я в домике. Кстати, это идея! При чем тут улитки? Ну да, я домашнее животное. Но я же ни от чего не прячусь. Или прячусь? Крош, что ты еще придумал? Если ты так привязан к своему домику, так и вози его с собой на веревочке. В морское путешествие с ним не отправишься, а в сухопутное очень даже. Полудра! Кролик за бортом! Ёжик! Извини, ёжик, насчет улитки, это я погорячился. Принимается. Полный вперед, Крош. Видишь, ёжик, ради хорошего путешествия уборку можно и отложить. Дом твой мы выудим и уборку закончим. Полы мыть уже не надо будет. Я тебя совсем замучил своим порядком, да? Ты решил сам отправиться в морское путешествие. А я и не знал, что ты такой храбрый. Когда мы напутешествуемся, у нас с тобой будет все иначе. Хорошо? Счастливо тебе. Крош, эта кучка не случайно там стоит. Я накопал ее для себя про запас. Тебе что, песка мало?
Если можешь взять в другом месте, тогда тем более оставь кучку в покое. Ёжик, этот камень принес сюда я. Он мне нужен для замка. Извини, я не знал. Да что же это такое, в конце концов? Сейчас-то тебе что, не так? Где моя лопатка? Да на, на! Да я нечаянно! Мое дальнейшее пребывание в этой песочнице противоречит всякому разуму. Я ухожу от вас. Замечательная куча песка. Можно, можно я тут немножко поиграю? Я вообще-то тут... Пожалуйста! Играй, только себе не навреди. Эй, вы! То, что у вас в песочнице, это песком назвать сложно. Вот у меня песок самый лучший, слышите? Лучший! И никто никому не мешает. Никто ни у кого ничего не берет без спросу. И никто ни в кого ничем не кидает. Копатыч! Копатыч, смотри! Угу. Две башни, вот тут арочка, и вот еще... Эх ты, ягода малинка, укуси меня, пчела! Эх ты, ягода малинка! Да, менталитет не тот. Ёжик, я тебе гарантирую, у тебя будет самый лучший песок. Ты такого песка никогда не видел. У тебя будет столько песка, сколько захочешь. Да мне, в общем-то, и в песочнице хватает песка. Ёжик, 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 мы с тобой вдвоем такое построим. Ты даже не представляешь, в вашей несчастной песочнице такого никогда не сделать. Представляешь, никто не мешает, никто не толкается, только мы вдвоем. Ёжик, ты не то строишь. Тебе нужно подводить стены к моей башне, а не строить свои убогие башенки. Не такие ж они и убогие. Убогие, ёжик, убогие. Здесь тебе не песочница. И надо воспринимать реальность такой, какая она есть и вообще. Если бы не я, то тебя бы здесь не было. Ты должен меня слушаться. Отдай лопатку. Иди, иди, неудачник! Нам с Копатычем такие слабаки не нужны! Чуть что, сразу плакать! Да никто и не плачет! И вообще, если у тебя такая замечательная куча песка, и тебе так хорошо, чего ты на нас отвлекаешься? Строил бы себе там и строил! Да потому что мне вас, дурачков, жалко! Да нормально у нас все, нормально! Расслабься, бараш! Thank you.
Да елки, иголки, что у них там творится? Тут такие дела. Барашу нашему стало тесно у песочницы. Все ему не так, и друзья мешают. Нашел он новую горку, но заскучал. Позвал к себе ежика. Эх, опять что-то не заладилось. Решил бараш, что сам он построит большой замок из песка. И поймут тогда все, кого они потеряли. Это ерунда какая-то. Это ерунда. Это все равно все упадет. Дождь смоет ваш замок. У вас даже места в песочнице теперь не осталось. Будете еще больше толкаться. А у меня много места. Понятно? И песка завались. Я такое построю. Такое. Да расслабься, бараш. Классный же замок. Я расслаблен. Мне просто искренне жаль вас. Дождь! Ха-ха! Дождь! А так даже лучше. Ничего, завтра еще лучше построим. Ты чего такой грустный? Ностальгия. Чего? Я здесь как эмигрант, Копатыч. Куча у тебя замечательная, но сердце мое там, в той песочнице. Так иди туда. И ты туда же. Почему? 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 Почему меня все гонят? Копай ров под стенами, Копатыч! Хорошо. А вот там лесенку сделай. И так точно. Как ты себя чувствуешь? Замечательно! Мы с тобой такое построим! Такое! Если ты себя чувствуешь уже хорошо, можно я немножко поработаю? Отвезу пару тачек песка. Не волнуйся, у тебя здесь еще много останется. Ты притворялся. Что? Тебе было неинтересно со мной. Ты притворялся. Бараш, мне работать надо. Извини. Эх ты, ягода малинка. И песочек вот сюда. Эх ты, ягода малинка. И я собирался с этим персонажем строить что-то великое. Он даже не знает, зачем песок нужен. Под ноги лег опавший лист. Играй погромче, пианист. Не нужен Бах, не нужен Лист. Давай из наших. Меня поймешь ты, как никто. Ты тоже здесь, инкогнито. Ты как осенний этот лист. Ты из опавших.
разве нет? Кому-то счастье звон монет, кому-то злой софит взгляд. Все ищут счастья, но почему-то, вот секрет, все ищут там, там, где нас нет. И пианист, и этот лист, и я отчасти. Ну что, встал? Иди к нам. Все-таки я всегда знал, что наша песочница лучше всех. Давай, Крош, давай, еще ведерко, ежик, вон там подровняй. Ну, теперь я могу говорить это совершенно ответственно, потому что попробовал сравнить. А вы даже не знаете, потому что не сравнивали. Нюша, трамбуй сильнее. Может быть, в других местах песок и получше бывает, но окружение, менталитет, менталитет совершенно другой. Не понимают, зачем им песок нужен. И при этом все такие притворщики, даже противно. Так. Землянин, теперь твоя планета принадлежит мне. Так, где Крош? Кто-нибудь видел Кроша? Я здесь. Отлично. Это что? Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла. Бла. Это Зак. Он прилетел из космоса, чтобы завоевать Землю. Какой Зак? В сказке про Красную Шапочку нет никакого Зака. Ты должен был сделать куклу бабушки, Крош. Зак мог инфицировать бабушку, вселиться в нее и управлять ее сознанием. Кто-нибудь! Нужно срочно сделать куклу шапкинской бабки! Хотя бы голову! Остальное спрячем под одеяло! Я буду играть и за волка, и за бабку! Бабушка! А почему у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше тебя слышать! Бабушка! А почему у тебя такие большие глазки? Это чтобы тебя лучше видеть! Что скажешь про это, Зак? Да заодно только это! Землю нужно столкнуть с орбиты! Ты видел, как у меня вчера чуть кукла не упала во время представления? Я чуть ширму не опрокинул! Что нужно этому предателю? Не знаю, Зак. Может, его мучает совесть? У него нет совести, и друга у него больше нет. Серьезно? А кому я тогда принес вот эту морковку? Зак, стой! Отдай ему морковь! Я все равно не буду ее есть! Я хочу быть выше этого! Ты съешь ее, Крош, съешь! Только попробуй не съесть, и я уничтожу эту планету! Ах, так, да? Ты теперь так, Крош, да? Ну и дружи со своим Загом, а ко мне больше не подходи! Извини, ежик, он заставил меня это сделать. И он велел мне зачем-то узнать, нет ли у тебя еще морковки. Не хочу с тобой разговаривать. Я бы тебе так ее отдал. Я принес эту морковку для тебя, а ты у меня ее вырвал и убежал. Ежик, ну ты же видел, что это был не я. Все, разговор закончен. Топай со своим дурацким Загом куда шел. Ежик, не называй Зага дурацким. Ты не знаешь, на что он способен. Ой, опять. Кто-то из вас двоих или болван, или трус. Или то и другое вместе. Кто-то слишком разговорился. О, умоляю, Зак, не трогай его. Нет, Зак, нет, пожалуйста. Ах, так.
Ты разрушил мои куличики. Ёжик, не делай глупостей. Маме Красной Шапочки никогда не победить Зага. Это мы еще посмотрим. Стой, где стоишь, ёжик, а то твоему другу придется худо. Ёжик, ёжик, делай, что он говорит. Он ему уже не друг, Зак. Можешь сделать с ним все, что хочешь. Всем все равно. Ёжик! Ёжик, здорово ты его! Молодец! Хитрюга! Как ты его обманул, а? Ты мне не друг, и тебе все равно. Я даже сам чуть не поверил. Теперь ты мой слуга, землянин. Что? Ничего, все нормально. Ёжик, ёжик, ну ты же пошутил, да? Скажи, что пошутил. Ёжик! Может, пошутил, а может и нет. Ты специально так долго переодевалась? Специально? Чтобы я тут, ожидая тебя, ходил-ходил и упал в грязь. Ой, да ты везде грязь найдешь. Я рассеянный, потому что иногда задумываюсь. Потому что, в отличие от некоторых, мне есть чем задумываться. О чем же ты думал? Какой же я все-таки удивительный. Удивительный и замечательный. Даже эта козявка великолепна. Потому что если великолепен во всем, то и великолепен в деталях. Ты умеешь делать больно. Но больше я этого терпеть не буду. Прощай. Я не коснулся меча. Как это не коснулся? Ты опять его отбил лапой. И это была штанга. Ты прекрасно знаешь, что это вранье. И это правда. А тебе нужно очки поменять. Совсем запотели. Мне очки. Мне нужно поменять друга. Мне тоже разбили сердце, ёжик. И что ты теперь предлагаешь? Нам нужно держаться вместе. Подальше от этих неуклюжих, грубых, толстокожих, несправедливых, равнодушных, истеричных и жестоких созданий. Ты любишь писать стихи? Нет. А ты любишь собирать фантики и выращивать кактусы? Нет. Ля-л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 я. Нравится? Нет. Смотри, как здорово. Здорово? Нет. Между нами нет ничего общего. Есть. У нас у обоих разбито сердце. Но толку от того, что мы проводим время вместе, нет никакого. Нам по-прежнему плохо. А может быть, мне и плохо. Но я не хочу, чтобы кому-то было хорошо от того, что мне плохо. Давай хотя бы сделаем вид, что нам весело. Ёжик, теперь ты водишь. Ха-ха, сейчас я тебя догоню. Не догонишь. Это отвратительно. Кажется, сработало. Пойдем теперь к крошу. Лови, бараш. Это невозможно. Ха-ха. Ты очень сильно и точно бьешь по воротам. Ха-ха-ха, это еще что? Сейчас я ударю еще лучше. Видеть его таким счастливым невыносимо. Потому что сам я чувствую себя
глубоко несчастным. Нам нужно объединить наши усилия. Нам их не перещеголять. Ну что ж, если мы не можем выглядеть счастливее, чем они, надо сделать их несчастнее, чем мы. Приходишь к ней в этих трусах и спрашиваешь, нет ли у нее подходящей ткани для заплатки. А у нее точно есть такое платье. Думаешь, такая ерунда сработает? Я все ее болевые точки знаю. Всю акупунктуру! Еще как сработает! А теперь бежим к Рошу! Это было так больно! Так жестоко и бессмысленно! Они издевались над морковным пюре целый час! Да, они знают, куда бить! Надо признать, что теперь они снова счастливее нас! А это невыносимо! Не забывай, что мы еще не сделали ответный ход! А мы тоже знаем их кнопочки! Ёжик! Я уже бегу! Держись, ёжик! Над чем они издевались? Кактусы? Фантики? Лучше не спрашивай. Ёжик, не раскисай! Не доставим им такого удовольствия! Смотри, смотри на небо! Там кто-то лазером пишет буквы! Смотри, как весело! Нет, ёжик! Не смотри туда. А что написано? Там написано «Дюш». Почему же ты плачешь? Потому что это я ее написал. А теперь эту чушь видят все. Мое сердечко не мешок с гречкой. Перестань, перестань. Мы должны поддерживать друг друга. Ежик, улыбаемся. Ежик, поиграем в догонялки. Кто водит? Вы жестокие, толстокожие и злые. Нет, это вы жестокие, толстокожие и злые. Вы разбили нам сердце. Вы нам тоже. Подождите, если у вас тоже разбито сердце, тогда вступайте в наш клуб разбитых сердец. А что надо делать? Помогать друг другу, залечивать душевные раны, веселить там по-всякому. Только давай, ежик, ты теперь с Крошем, а я теперь с Нюшей. Я знаю, как надо ее веселить. Я всю ее акупунктуру знаю. Предлагаю завтра залечивать душевные раны футболом. А то я по футболу очень соскучился. Ты очки поменял? Шучу, шучу. Иди пюрешку морковную поешь, шутник. Я мечтаю, Нюша. Обыграть ежика. Что? Чтоб ты села и помолчала. О чем молчать-то? О том, что ты мне уже проиграл в бадминтон? И в крестики-нолики, и в шашки, и в слова. И в пинг-понг. А вот и не во все. Ну, удиви меня. Кочерыжку!
Подрожь еще немного и напросишься на дуэль. В шашки или в крестики-нолики. Неважно. Дожила. Как у ребенка кочерышку отобрать. Я обучу тебя древнему искусству лучников. А ты кто? Зови меня Меткая Стрела. Не подходи ближе. Я слишком опасен. Ты должна точно следовать моим указаниям, если хочешь победить Кроша. Но тебе-то это все зачем? У меня свои причины. Начни с теории. Это очень интересно. А потом мы могли бы сходить посмотреть на раков. Стреляй только на выдохе. Не спускай с цели глаз. Расслабься, задержи дыхание. Ага. И сконцентрирована. Помни о дыхании. Помни о дыхании. Закрой глаза и почувствуй ресницами ветер. Куда он дует? Как изменит полет стрелы? Я чувствую, меткая стрела. Теперь ты готова. Слушайте, а чего вы меня сюда притащили-то, а? Я вообще-то за грибами собирался. Идти. Уроки стрельбы из лука. Бараш, так это ты? Ну да, я Бараш. Ты тренировал меня столько ночей, а я тебя не узнала? Ты полон сюрпризов, Бараш. Ночей? Почему это ночей? Днем нельзя было тренироваться. Днем светло. Она б меня узнала. Тебя, Крош, зачем? Ты же проиграл. Ну да. Ну ты же видел, какая она счастливая, когда выигрывает. Каждый бы проиграл. И проследи, чтобы она не забывала чувствовать ресницами ветер. Чудесная погода, мадемуазель, не правда ли? Может, устроим небольшой пикничок? Не, ну ты простой такой. Я же на тебя вчера обиделась. Но за что? А ведь так сразу и не вспомнишь. Да. Если я забываю какую-нибудь рифму, то не мучаю себя, а придумываю новую. Точно! Сейчас придумаю новую обиду. Ага. О! Ты знал, что я на тебя обиделась, а теперь зовешь на пикник, воспользовавшись моей забывчивостью. Ой! Все!
нужно срочно записать свою обиду, чтобы на этот раз точно не забыть. Ой. Здравствуй, мой дневничок. Сегодня меня обидел Параш. Еще чуть-чуть, и можно плавать. О, Нюша, что это у тебя? Это мой новый уровень обидчивости. Я сюда буду все записывать, чтобы ничегошеньки не забыть. И охота тебе этой ерундой заниматься. Здравствуй, мой дневничок. Только что Крош грубо обесценил мое новое хобби. С молчаливого согласия ежика. Ха! Пока, обижальщики. Теперь я вам этого точно не забуду. Крош? Повыше, повыше отпускай. Опусти ниже, нитка же не выдержит. А мне и так неплохо. Ёлки-иголки, ежа. Погодите, но я ведь на них на всех обижена. Может, пора уже кого-нибудь простить? Ненадолго. А? И куда ты скок-поскок? Погоди. Что еще за фокусы? Это я твой дневничок. Погляди. Давай-ка, дружочек, отметим. Ведь ты не планируешь к этим. Я просто подумала, что тут такого? Как что тут такого? Ну что тут такого? Вчера приблизительно в четверть второго Бараш не сказал тебе: ах, будь здорова! Точно! Скорее всего, что нарочно. Но Крош же сказал. Но сказал без души. Ну как ни крути, они все хороши. Забыл, простила, пустяк, ерунда. Обиды твои я напомню всегда. Нам лучше друзей обходить стороной. Так что ж мне теперь быть все время одной? Все за время это мне скажешь спасибо потом. Все время это мне скажешь спасибо потом. Ведь нам с тобой больше не нужен никто. И куда ты скок-поскок? Погоди. Это я твой дневничок. Погляди. Знаешь, милая, давай без обид. Никуда нам не уйти от обид. Не утонут они, не сгорят. Нет пути из этой сказки назад. Наконец-то! Успех! И я тут припомнила вдруг. О! Обидел меня близкий друг. Так-так-так. До самых глубин моей нежной души. Скорее обиду свою запиши. Здравствуй, мой дневничок. Сегодня меня обидела Нюша. Ты что наделала? А что такого? Но ты же теперь одна из них. Ты тоже обижаешься. Увы, никто не совершенен.
Нюша! Айда с нами, вышибалы! Если ты на нас уже не обижаешься. Никогда! Слышите? Никогда больше не позволяйте мне на вас обижаться! Понятно? А то я обижусь. А потом... А потом он пошел в лес и дошел до озера. Да, до озера. И там... И там он нашел каменную голову, из которой торчала красная стрела. Он вытащил красную стрелу и увидел на ней надпись «Не оборачивайся». За его спиной вдруг раздался шум крыльев. Он повернулся, но не успел ничего увидеть, потому что... сразу же провалился в болото. Конец. То есть мораль в том, что если написано «не оборачивайся», то лучше не оборачиваться. Ну, типа того. Хорошая сказка. Мне понравилось. Пиши еще. Обязательно. Кругом были цветы, и они пахли жареной картошкой. Ну, я даже не знаю, смогу ли я завтра сыграть. У меня завтра сказка. Какая еще сказка? Ну, ежик придумывает сказки, рассказывает их мне, я их слушаю. А почему он их нам не рассказывает? Да они, как это, специфические. Я думаю, что кроме меня их и слушать никто не стал бы. А я должен, я же друг. Ну, я весь внимание. Нет никакой сказки сегодня. И вообще больше не будет. Да ты не расстраивайся. Бывает, не пишется. Пойдем в мяч играть. Чего-то не хочется. А я пойду погоняю. Приходи, как надумаешь. И чего я, собственно, расстроился? Ну, не нравятся Крошу мои сказки. Но я же могу писать их и не для него. На нем же свет клином не сошелся. Я могу их писать вообще ни для кого. Просто так. Вообще ни для кого. И для всех сразу. На небе были звезды, а я сидел на качелях. Нет. А в железную дорогу? Ёжик, ты плохо выглядишь. Ты не заболел? Нет. Ну, ладно, я пойду. Отдыхай. Железная дорога и лодка. Только о сказках это ненормально. Почему ненормально? Может, сказка очень большая, вот он и пишет какой-нибудь грандиозный замысел. Да
Нет у него никакого замысла. Что видит, то и пишет. Вчера принес ему поесть. Так он увидел тарелку супа, сказал: «О, суп!» И стал что-то писать про суп. И так постоянно, про все, что в поле зрения попадает. Может, очередь дойдет и до нас? И мы его вдохновим? Да теперь все для него повод для сказок. Он уже не видит, что вокруг. Только фрагменты для очередной истории. Ну, вот когда он закончит и фрагменты соединятся в одно целое, ты увидишь, что, возможно, за всем этим был большой смысл. Силы кончились. Здесь ничего нет. В смысле? Одно предложение. На небе были звезды, а я сидел на качелях. Дальше просто каракули. Везде каракули. Не было никакого смысла. Да, было только желание.